Я торт! В смысле? Во мне сидит стриптизерша. Такие провокационные признания можно было услышать со сцены Центра культуры и отдыха в среду. Не стоит удивляться, ведь это самые веселые и находчивые ивановцы собрались на первую игру сезона «Ивановской лиги КВН». Ребятам было предложено в своих выступлениях порассуждать на тему «Наше все». В мастерстве рассмешить зал соревновались команды вузов области. Однако в этом году на фестиваль пригласили еще одну, совсем молодую команду. Это победители школьной лиги сезона 2014 года. Нас пригласили выступать, так как в своих конкурсах, у нас там во дворце детского юношеского творчества, мы первые места чаще всех занимаем, и нас пригласили как самых частых победителей сюда выступить. Нам не привыкать первые места занимать, может, сегодня займем. Андрей Кабанов – первый заместитель председателя правительства, а этим вечером почетный член жюри рассказал о том, как и сам когда-то участвовал в подобных мероприятиях. Я немножко играл КВН, хотя тогда это был немножко другой формат. У нас КВНщики самые знаменитые, это была медицинская академия. Тогда не было еще лиги КВН, и все это проходило в рамках вузов. Но, безусловно, играл, смотрю, люблю. Сегодня буду уже судить вторые соревнования КВН. КВНовское движение в нашем регионе никогда не было забытым или неактуальным, однако сейчас, как известно, взят курс на еще более эффективное развитие клуба веселых и находчивых среди ивановцев. Есть команды уже известные, которые уже титулованные, есть молодые. Мы надеемся, что симбиоз и опыта, и молодости даст определенный КВНовский результат. Каждая команда показала зрителям свой собственный стиль. КВНщики удивляли костюмами, музыкальными номерами и даже нестандартным подходом к юмору. Каждая команда пришла только за победой. Такой серьезный настрой ребят придал игре еще больше зрелищности и нерва. Переобувайтесь! Вот теперь вы готовы! Лиз, вообще-то мы настоящие мужики. И это мне говорит 40-летний девственник. Мне 20. Половина девственника. Команда Ивановского государственного университета является постоянным участником Ивановской лиги. Ребята много раз меняли название, но состав на протяжении 4 лет оставался неизменным. Команда называется «Рубрика Кубрика». Отвратительное название для картавого человека. Мы будем сегодня удивлять неординарным юмором, который нам самим нравится. Настрой очень боевой, ребята горят. Буквально пара от них идет, они очень хотят выступать. Потом мы должны будем принять ванну со льдом, чтобы успокоиться. Волновались ребята из команды «Рубрика Кубрика» совершенно напрасно. И вместо ванны со льдом их ожидали поздравления и аплодисменты зрителей. Ведь именно они в итоге стали победителями первой игры нового сезона Ивановской лиги. Полина Понасицкая, Денис Денисов, РТВ, Иваново.